Семьи военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции на Украине, будут перечислены предусмотренные по закону страховое обеспечение и единовременное пособие. Это 7 421 000 рублей. Также будет выплачиваться ежемесячная денежная компенсация каждому члену семьи погибшего. Но кроме того, считаю необходимым установить дополнительную выплату каждой семье погибшего военнослужащего Минобороны, военнослужащих и сотрудников других силовых ведомств, участвующих в операции, в размере 5 миллионов рублей. Все военнослужащие, раненые при проведении операции, также получат соответствующие выплаты. Имею в виду страховку и единовременное пособие за ранение, травму или контузию –